Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы играем Человек-паук. Итак, у нас Майлз, извини. Профессор уже хотел узнать, как ты чокнулся. Если ты больше не хочешь работать в пир, мы с Мэй поймем. Я хотел уволиться, как услышал. Но вспомнил, что говорил папа. Герой — это просто человек, который не сдается. Верно. Если предположить, что он прав. Я устроил тебя туда. Давай, хватит базарить. Потом любезностями наговоритесь еще. Будет время. Питер. Ты как? Ах, справляюсь. Мне не очень нравится, что ты теперь всем тут заведуешь одна. Людям нужно помочь. Если я не досплю 2 часа, ничего. Были новости от мистера Ли? Нет. Но известный мне Мартин так бы не сделал. А то, кем он стал, не тот, кого я хочу запомнить. Ну да. Так... Вычеркни его из своей жизни. Ну, она... Там все сложно. Честность. Вот что помогало нам с Беном в трудные времена. Трудные времена у вас? А то. Особенно в твоем возрасте. Так ты честен с ней? Она знает о тебе все? Эй, погромче! Хочу послушать! Представитель полиции подтвердил, что это был тот самый грузовик, который перевозил устройство, примененное при атаке, на центральный вокзал. Ах, конца не видать. Нет у меня. Питер? Чё, потеряла? А где Питер? А где он? А вот он я. Надо спасать там биологическое оружие какое-то или химическое, какое оно. Кстати, у меня что с навыками? Ну, немножко осталось. Вот она бы. А? Ой. Где ты? Давай поближе перейдем. Давай то так через весь город лететь. Вот она бы. Оставьте сообщение. Юрий, ты где? Позвони мне, как получишь. Надеюсь, дыхание дьявола еще там. И под охраной. Если демоны добрались до грузовика, беда превратилась в катастрофу. Контроль агентам. Отчет по Сикамору. Контроль. По блокпосту на крыше стреляют демоны. Итак, я прибыл. Буду помогать сейчас людям. Дыхание дьявола пропало. Но у нас есть более серьезные проблемы. Райкер! Надо спешить. Прыгай. Смотрите, в Бэтмене тоже, кстати, это была разруха. Там что тоже там? Город атаковали, вертолеты. Его явно спланировали на воле. Все корпуса взломаны. Еще пара минут, и все зэки с Райкера окажутся на 5-й авеню. А что плод? В порядке. Там особый режим, усиленная охрана и отдельное энергоснабжение. Это хорошо. Что с дыханием дьявола? Соболь разбирается. Ты им доверяешь? А у меня есть выбор. Почему в оранжевых костюмах-то? Это слишком заметно. Зря не пристегнулся. Так, ну а что в машине-то было? Мы же не узнали, она ж утонула. Так. Разберись с ними, быстрее! Займусь. Да. Подожди. На. Подождите. Думаю, в вашем плане побега сильно не хватало плана. Подожди. Блин, вот ты мне взял все испортил, всю малину. На. Подожди. Черт, они вскрыли оружейную. Это плохо, да? Кажется, плохо. Это значит, что у некоторых зэков теперь есть гранатометы. Да, это плохо. Займусь.
Подожди. Вернитесь в камеру и ведите себя хорошо, и мы закроем глаза на все это. А где вы? На. Да где вы? А, вон вы где. Впереди. Подожди. На. Подожди. Коктейль Молотова? Подожди-ка. Не спешите вы так, ребятушки. Мусором его. Подожди. Бам. На, по мордам тебе. Кто еще на меня? Снеси его кто-нибудь на землю! Человек-паук, поднимешься на крышу? Там полицейский, зовет на помощь. Уже иду. И уже бегу. Эй, сучок, лови! Эй, это сестер Хэнсон! Эй! Приземлите его! На. Кто-то застрял за этой дверью. Все, вроде. Они идут. Где все наши? На меня тут всех тупые. Прилепил. Ну куда ты? Ты в машине с пистолетом. Стреляй через стекло. Помоги там. А я пока что займусь электричеством. Да, уже иду. Эй, запускай. Сходи. Давно об этом мечтал. Да. В чем дело? Трусил. Почувствуй себя на нашем месте. Давай-ка. Надо уложить их всех. Ну, вроде пока неплохо справляюсь. Кто еще? Блин. Хуже и быть не может. Конечно же может. Так, закончились, да? Да. Отлично, их осталось мало. Так я знаю, я же стараюсь. Давай-ка покружимся. Ну все, все. Пришел, увидел, победил. Давай.
Я же мощнее вертолета раз в 10. Почему он вместе со мной улететь не может-то? Да. Только спасать их не надо, он под винты, пусть их из них фарш будет. Ваши права и страховку. И каждый умеет летать на вертолете, а? Что не зэк, не только ратисту. Летать самолетом в вертолете все умеет. Говорила, что плод в порядке. Был, идем. Может, все не так плохо, как кажется. Оптимистка. Мой опыт подсказывает, если с виду плохо, на деле еще хуже. Берегись! Это шокер фейс. Чпок-пупок на свободе. Я падаю. Вот так. Держись! Че, ну ты же тоже не умеешь управлять так-то, если прыгнешь да под винты. Что-то ты успел сделать, я видел. Я это заметил. Порядок? Да. Полный. У нас тут вечеринка! Ты как раз успел на салют! Кажется, нас отпустили досрочно. Электро? Почему он всех выпускает? Я пойду в центр управления и узнаю, какова ситуация. Понял. Присоединюсь к веселью. Так, а мне сейчас... Давайте вы тихо разойдетесь по камерам и запрете за собой двери. Пожалуйста. Ладно? Подожди, что ты мне хочешь показать? Я уж боюсь. Не. И. Подождите. А чё вы такие красные какие-то? На. Нормально, так сойдет тебе? Покажи, да покажи. Звучит жутковато. Все вы показали бы. Все будем показывать. Это кто? Носорог. Привет, по мне носорог. Скучал, паук. Сюрприз? О чем это он? Аварийный команд введены. Перепад напряжения. Требуется помощь. Аварийный команд. Эй, что там у тебя? У меня? Я заперт в тюрьме со всеми, кого... Это что за скорпион? Неужели мне повезло? Скорпион! Можешь подождать минутку? Я говорил по телефону. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Что-то все разом на меня. Резервные генераторы отключены. Попытка перезагрузки системы. Все пригнулся. Подожди. Потеряла тебя на секунду. Все в норме? Не совсем. Электро, носорог, а теперь и скорпион на свободе. Что с остальными заключенными? Система слежения вот-вот. Вот так. Я сообщу. Я продолжу следить за Электро. Уберите это! Подожди. Нормально, пока идем. Убью тебя! В укрытие! Он мой! Как твой? Кто твой? Никто не заставил меня обратно в клетку. Ты же связан. Какой твой, мой? Эй, Человек-паук! Мне казалось, это погоня! Надо его остановить. Тебе меня не остановить! А твои попытки нельзя! Если скажешь, на кого работаешь, я буду помягче! Гори! Почему никто никогда не соглашается? Блин.
Попался! Это что за птеродактиль? Стервятник? Скорпион, стервятник? Прости, нет времени! Так, а я один против всех, охренеть как! Вы меня переоценили. Снова работают. Что видишь? Что здесь у нас? По всей видимости, заключенные плота сбежали. Включая Мартина Ли. Теперь по городу шастают 5 твоих злейших врагов. Да. На секунду подумал, ты серьезно. Я серьезно. Мне пора. Кое-кто из них отправился в город. Бред какой. Так. Нет! Еще какой бред? Задание провалено. Так, а что я... Вы не смогли остановить электро. Конечно, я не смог. Так, камеры наблюдения снова работают. Что видишь? Что здесь у нас? По всей видимости, заключенные плота сбежали. Включая Мартина Ли. Теперь по городу шастают 5 твоих злейших врагов. Ха! На секунду подумал, ты серьезно. Я серьезно. Мне пора. Кое-кто из них отправился в город. Бред какой. Давай, почему я должен за тобой вообще охотиться? И почему у тебя силы не кончаются? Так, игра клавиш, давай. Электро, стой! Ага, ты сам перепрыгиваешь. Как тебе мой новый костюм? Блестящий. Где ты его достал? Где ты его взял? В тюрьме-то. Только для членов клуба. Почему они все в костюмах? Почему они все в костюмах? Помните? Он сказал не убивать его. Хорошая мысль. Кстати, мы вообще можем разойтись, если хотите. Только кто это он? Точно не желаю. Какими-то все силами отделены. Что за мутанты у вас там? Атлантида, что ли, восстала? Не убивать его, а сами пинайте всей толпой еще. Предупреждение. Это он выпустил всех злодеев. Дебил. Не стой у нас на пути. У каждого из вас есть дело. Долги будут выплачены после. Вперед! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Всей толпой на одного меня. Стыдно. Стыдно, товарищи, должно быть вам. Ну и кто меня спасет? Вон он! Кто-то женский голос, да. Это уже приятно. Что за митинг?
Ну, мы все смотрим на тебя, что ты молчишь? Столько лет. Столько лжи. Ну все, Норман. Они узнают правду. Ну самое что удивительно, вот тебя одна пуля тебе в голову и все. Короче, то, что я хотел предотвратить, случилось. Вот так, Осборн. На предвыборная кампания у тебя сорвалась. Что делать будешь, Осборн? Ози Осборн. Ладно, шучу. 24 часа спустя. Так, а меня-то что, откачали? Кто меня откачал-то? А, вот оно что. Все хорошо? Да, в порядке. Можешь раздать вот эти. Конечно. Но работа над лекарством от этой смертельной инфекции ведется круглосуточно. В городе соблюдается жесткий карантин. Соболь Интернешнл контролирует все въезды и выезды из города. По всему городу полиция и агенты Соболя ведут бои с беглецами с плота и острова Райкера. А в это время мэр Осборн заявил, что именно Человек-паук виновен в побеге и в инфекции, охватившей весь город. Он объявлен в розыск. Но его вину нужно доказать. Многие считают, что мэр просто отводит от себя подозрения, ведь согласно последнему эксклюзивному репортажу Бьюгл, вирус был получен в секретной лаборатории Аскорб, находящейся на Манхэттене. Мэр Осборн настаивает на том, что в Аскорб также выключи в разработке вакцины, но пока что никаких доказательств тому не было представлено. Падла. Рыжая. Да нет, у тебя столько сил стакан раздавить, не надо уж. Нет у тебя столько сил давить стаканы. Или стакан это говно. Китайской стрещины. Доктор Октавиус, почему? Как я это допустил? Мне звонили из больницы. Говорят, ты ушел до выписки. Нужно вернуться к работе. Врачи сказали, у тебя сломано 14 костей. Это значит, что еще 192 целы. И, кстати, спасибо за заботу. Сложнее всего было спрятать тебя от Соболя. Ты теперь у них значишься как цель номер один. О, какая честь для меня. Что стало с нашим городом, Юрий? Не знаю. Похоже на конец света. Может, так и есть. Ну ладно, что бы это ни было, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте помочь комментарии. Хорошо.